Накипело в эфире телеканала ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях помощник депутата Государственной Думы Евгений Ульянов. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы и ваши коллеги в последнее время очень сильно критикуете исполнительные власти как региона, так и федеральные в отношении трагедии на Сямозере. Что кто-то должен нести ответственность, и причем очень суровую. Насколько обоснованы все эти ваши высказывания? Потому что эта тема в последнее время не сходит с экранов телевизоров, электронных средств массовой информации. Все, конечно же, переживают. Это действительно трагедия ужасная произошла. Да, действительно произошла трагедия. Мы все скорбим по детям. На данный момент ни наше правительство, ни наши органы, которые должны контролировать ситуацию с детским отдыхом, с туризмом как таковым в Карелии, они действительно не справляются. Это довольно-таки часто происходит, просто здесь такой резонанс, что дети пострадали, и это все-таки вызвало такую бурную эмоцию не только у Государственная Дума, это и у нас, в нашем регионе. Мы подошли к такому моменту, когда надо что-то решать, надо действовать. Ну вот решать что? Путем увольнения чиновников, пускай даже высокого ранга, неужели это разрешит ситуацию, на ваш взгляд? Здесь надо смотреть в глубину вообще ситуации, да, как и в России, как и в Республике Карелии. Когда ставится во главу угла извлечение прибыли любой ценой, да, вот этот пресловутый капитализм, когда все пытаются на чем-то сэкономить в ущерб действительно профессионализму инструкторов. Если брать нашу власть местную, это не секрет, это оптимизация. У нас, если не дай бог, что случилось, даже вот с теми же самыми туристами, у нас в поселках нет элементарных медицинского обеспечения, чтобы можно было экстренно что-то сделать. Второй момент – это малая авиация уничтожена. Если вот где-то вот в таком медвежьем углу, куда у нас добираются туристы, что-то произойдет, у нас даже вылетать некуда. У нас приходится привлекать военные вертолеты. Вот. А то, что у нас планомерно выполняли такие санитарные рейсы, наша малая авиация, которая была уничтожена в Карелии, вот отсюда и те трагедии, которые происходит у нас. Но вы считаете, что нужно кардинально все поменять? Прежде всего, надо проработать саму эту систему. У нас система не проработана ни отдыха в детских лагерях, ни предотвращения этих катастроф. Наверное, претензии и тем, кто выдает лицензии проверяющим. Да, то есть вы считаете, что, опять же, вот, если с туризмом, нужно возвращаться к лицензированию? Естественно, да? Лицензирование непосредственно в Карелии постоянно. Да, какое правительство не приходит, значит, всегда хочет развивать туризм. Раздавая, ну, так скажем, разрешение, где не попадя, кому не попадя. Естественно, все это приводит к тому, что приходят люди неподготовленные, люди, которые никогда этим не занимались, а у людей только одна цель, просто цель наживы. Отсюда и происходят вот такие печальные последствия. Евгений, на ваш взгляд, какие выводы мы должны сделать из этой трагической ситуации, которая произошла на Сямозере? Вывод мы должны сделать один. Наша власть в Республике Карелия действительно не контролирует ситуацию. 25 мая замгубернатора заявляет о том, что все лагеря проверены, они готовы к чрезвычайным ситуациям в республике, а получилось то, что получилось. Вот эта трагедия, которая произошла совсем недавно на озере Сямозере. Я считаю, что за эту трагедию должны нести ответственность не только бизнесмены и организаторы данного мероприятия, не только чиновники федерального значения, но и наши республиканские власти. Меня поражает то, что никакой чиновник республиканского значения не наказан за данную трагедию. То есть вы хотели, чтобы сразу взяли и уволили? Я думаю, что это было бы в назидание другим чиновникам, которые бы осознавали, что ответственность за такие трагедии будет лежать на них целиком и полностью. Ну что ж, ясна ваша точка зрения. Я надеюсь, телезрители сделают свои выводы. Напоминаю, у меня в гостях был помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Евгений Ульянов. Вы смотрели «Накипело» на ТНТ «Онега». Всего доброго. До свидания.